Югорские пловцы вошли в состав сборной России. Сейчас команда проходит спортивный сбор в Подмосковье на озере Круглое. К тренировкам привлекли как молодежный состав, так и основной. Всего же набирать спортивную форму приехали более 30 спортсменов. В число мастеров попали и 4 югорских пловца. Елизавета Агапитова, Никита Ульянов, Ярослав Потапов и Илья Дружинин. Илья, к слову, скоро выступит на Кубке России по плаванию на открытой воде. Также наших спортсменов сопровождает югорский тренер Юрий Ткаченко. Сбор пройдет до 30 августа. Сборы проходят хорошо. Мы тренируемся 2 раза в день по 2 часа, плюс у нас зал. Здесь мы будем находиться 3 недели. Форму, я думаю, мы придем быстро, потому что никаких трудностей во время тренировок не возникает. И плывет все довольно хорошо после такого перерыва.